Будущих механизаторов и агрономов готовят со школьной скамьи. В Чувашской сельхозакадемии прошло тестирование учащихся агроклассов республики. Старшеклассники из 14 районов сдали экзамены по профильным предметам. Об этом Рифат Фаткулин. На занятиях агрокласса ученики изучают породы коров и лошадей, виды почв и растений. Полученные знания преподаватели проверяют контрольными работами. Однако сегодня у ребят необычное тестирование. Старшеклассники, без 5 минут абитуриенты, сдают своего рода пробный единый госэкзамен. Результаты радуют всех. Оценки только хорошо и отлично. За последние 2 года мой уровень математики поднялся, значительно вырос. Также, кроме того, постоянные экскурсии, знакомление с различными профессиями, то есть ознакомление с самим университетом, академией, позволяет поступающему выпускнику легче определиться с выбором и быстрее освоиться на новом месте. Вызвать у молодежи интерес к профессиям агронома, технолога, ветеринара – главная цель проекта. Село станет привлекательным, если будет успешно работать и современно выглядеть. Для всего Батырского района он очень нужный проект, потому что район у нас развивающийся, нужны молодые специалисты в отрасли сельского хозяйства. Те, которые обучились в наших агроклассах, уже учатся в сельхозакадемии. Они выбрали профессию, закончат, приедут помогать. Проект стартовал в 2016 году. Тогда агроклассы открылись в 4 районах Чувашии – Красноармейском, Чебоксарском, Цивильском, Батыревском. Уже через год специализированные классы естественно-научного и инженерного направлений были сформированы во всех муниципалитетах республики. И, как показывает практика, эксперимент оказался успешным. Первое, с чем, какая задача была поставлена, это чтобы преподаватели академии выезжали в сельские школы, работали с ребятами, помогли им преодолеть барьер перед сдачей ЕГЭ. Анализ за те выпуски, которые у нас уже были, у нас было 3 выпуска агроклассников, показал, что действительно увеличилось в разы количество ребят, которые сдают профильную математику, физику, подают заявления в вузы республики и уверенно эти конкурсы проходят. Вот по итогам этого года средний балл ЕГЭ наших агроклассников составил уже 64. Это очень высокий балл. Таким школьникам будет легче поступить в сельскохозяйственные колледжи, техникумы, вузы. К тому же молодых специалистов ждут в родных районах уже в качестве квалифицированных работников. Рифат Фаткулин, Валерия Дружинец, Игорь Зверев, Республика.